Это просто офигенный день. Мать такая, пойдем, может, в кино сходим с утра. Кино не оказалось, мы пошли в зал. Я отпахал час 40, 21 тонну, перелопатил, настроение охренительное. Потому что нет ничего хуже, когда начинаешь себя корить за то, что ты пропустил то, что мог сделать. Отправляюсь на 2 часа массажа, это вознаграждение. Ну а Масёшка пошел в магазин. Сейчас будет готовить для наших марафонцев, потому что 21 день теперь у нас посвящен спорту. Все, кто уже присоединился, молодцы. Кто у нас не зарегистрировался на марафон, но, собственно, вам нужно написать Алексею, чтобы он вас добавил на страничку. Ну, а остальные, мои дорогие, присоединяйтесь. В ближайшие 20 дней готовка будет. Там всякие диетические вкусняшки. Так что будет круто и весело. Если вы еще не тут, то просто надо нажать вот сюда вот вниз и присоединяться в дружную команду шпаков. Хороший массаж, знаете, это как маленький отпуск. Но я каждый раз беру здесь такую вот печенюху. Она с желанием. И я всегда люблю посчитать, что будет. Если завтра вы наденете свою одежду наизнанку, то на вас обратят внимание много людей. А если не одену эту наизнанку, что, перестанут замечать? Сокровная. Короче, мы с Лехой мнем хозяйство. Помните, да? И ведь именно это запомнит из этого ролика. Жена у меня отдыхает с Маринкой Вовченко, а я буду пить гранатовый сок. А что, полезно, вкусно. Сейчас я буду учиться, как мы там учили. Вот этим вот штукам вот открывать все это. Опа. Видео выставил. Смотрите буквально через 10 минут у меня на YouTube-канале. Называется «СССР от начала до конца. Мое видение той страны, в которой многие из нас жили». Собственно, вот так вот. Так вон, мои беляшики пришли. Услышали, что я готовлю гранат. Тоже решили поесть. Но гранатом нельзя. Ну, давайте посмотрим. Теория в практике действует. Да, практически. Сейчас я повынимаю все зернышки, засуну их в машинку и буду наслаждаться витаминами. Ну что, вышел смузи из костей. Сейчас попробуем, что с тобой получилось. И можно ли это пить? Что я узнаю. Нас не проймешь, я же русский человек. Сейчас мы на терку это, и она через терку там должна пройти. Сейчас у нас она пройдет, что-нибудь из этого выйдет. Ну, она там сейчас внутри пройдет, наверное. А может быть и нет, а может быть и не пройдет. А мне казалось, что должно все получиться. Она почему-то не проходит через нее. Что ей мешает, мне непонятно. Хороший был гранат, однако. Что ему мешает усваиваться, не понять.